Bon, allez, on a perdu assez de temps comme ça. On va y aller maintenant. On enregistre. Silence. Ça tourne. Bonsoir, chers auditeurs. Vous êtes bien sur Radio France. Добро пожаловать в столицу нашей родины Москву. Анри Дюран, коммунист, участник сопротивления. Это его сын. Вы какие-то серьезные, как пенсионер. Нас воспитал комсомол, и мы думаем, что общественное важнее личного. Мужик, что, совсем ли? Мы с огромным уважением относимся к французскому народу. Но вот как французский народ относится к Советскому Союзу, нам неизвестно. Войдите в комнату французов, и вы увидите прошлогоднюю пыль на столе и в подоконнике. Советской молодежи чужды такие замашки. О, нет, Луи, я буду иметь проблемы. Вы с нами не искренни, господин Дюран, напрасно. Нам известно, что кое-кто из французских стажеров занимает вполне антисоветскую позицию. Нам важна достоверная информация. Мы на вас надеемся. В каком смысле? Они нас считают какими-то плебеями. Внешне это не показывают, но чувствуют свое превосходство. А в чем? Я себя хуже не считаю.